Здравствуйте, дорогие друзья! Перед вами коляска Quattro Monza, производство Польши. У нее идет перекидная ручка. Вот эти вот части надо тянуть вверх, и ручка перекидывается. Также коляска складывается вот таким вот образом. Нажимается эта кнопка, нажимается внутренняя кнопка. И здесь фиксатор дополнительный. Он опускается, и коляска легко и быстро складывается. Вот таким вот образом. Чтобы разложить колясочку, вот здесь вот фиксатор. Он поднимается вверх и непосредственно раскладывается коляска. Также получается, здесь получается часть расстегивается и увеличивается. Есть чехол, дождевик. Ножки тоже регулируются. Здесь есть специальные ячейки. На них нажимаете вниз, давите. Опускается. Фиксаторы на колесах. И именно на этой модельке идет ручной.